23 зарубежные делегации и бизнес-миссии посетили Волгоградскую область с начала этого года. Однако самый большой наплыв иностранных туристов наблюдался во время проведения матчей чемпионата мира по футболу. По предварительным данным, за этот период наш город посетили 50 тысяч гостей из-за рубежа. В период проведения Мундиаля прошли встречи с официальными представителями всех стран, чьи сборные играли в Волгограде. Эти контакты стали основой для дальнейшего сотрудничества. Кроме того, участники делегации приняли активное участие и в культурной жизни города, посетили знаковые места Мамаев курган, музей панораму «Сталинградская битва». Делегация из Японии приняла участие в Дне дружбы, посвященном Хиросиме, городу-побратиму Волгограда.